17 апреля. Санкт-Петербург. Тинькофф-Арена. Лига Open FC. Впервые в Санкт-Петербурге. Третий международный турнир по смешанным единоборствам состоится на берегах Невы. Россиянин Александр Маслов пройдет проверку невероятно опытным экс-бойцом UFC Луисом Энрике Барбоза из Бразилии. На кону стоит пояс организации в тяжелом весе. В соглавном бою вечера проспект Владимир Васильев сдаст экзамен чемпиону Хит и Лайон FC Энрике Шигемото. Вас ждет возвращение Сергея Романова, бой легенды кикбоксинга Кирилла Корнилова и многое другое. Тинькофф-Арена. 17 апреля.